Счетчики заряжаются по принципу prepaid'а. То есть, если вы не заплатите, счетчик вам сам автоматически отключает воду. Такого в наших краях и людям и в кошмарном сне не снилось. Ну, давайте посмотрим, как это работает. Так. Вот этой карты. Вот такой вставляется сюда. Прибор. По принципу, как у нас в метро, пополняешь карту, вставляешь и нажимаешь. И с карты снимаются. Он показал все функции. Из карты снимается как бы кредит, баланс. Контур. Да, контуры, которые поступают на счет организации, поставляющей воду сразу автоматически, да? И можешь контролировать, знаешь, да. Сколько прошла вода с контуров, сколько воды осталось, сколько прошла, сколько кубов осталось, что прыгает. Когда заканчивается, значит, у тебя можешь опять это вытаскиваешь, да. Там прошел какой-то период, да? Уже прерывается там вода, опять идешь, вставляешь ее. Опять вставляешь, потом нажимаешь на кнопку, она кредит дает. Угу. Кредит опять дает. Не кредит, предоплату. Не, кредит, да, предоплату дает. Но она высчитывает уже в счет, будет высчитывать за ту сумму, которую ты заплатишь. Все, и таким образом, когда ваш не кредит, а ваш депозит в организации заканчивается, счетчик сам автоматически отключает воду. Да. Правильно? Ужас для наших неплательщиков. Нам такого и не снилось. Но люди уже давно живут и привыкли, поэтому не заплатишь, не поедешь, в смысле не покупаешься. И ваша вода может оборваться в любую минуту, если вы не контролируете свой баланс на счету. Никаких долгов, все по предоплате. Остались в мыльной воде. Из-за того, что просто не заплатили. Такая вот история. Так что от шары надо уже отвыкать.